А как ты пришел к этой технике, к своей? Как ты вышел на этот уровень? А рисовал. То есть тебе просто нравилось рисовать, и ты рисовал постоянно? Как ты рисовал? Постоянно. Ну, там, допустим, русский язык мне, допустим, не нравился, или там математика. Рисовал на уроках? На уроках, да. Я сидел, зависал, смотрел там. А когда ты начал... Да, предметы и копировал. А когда ты начал рисовать в цвете? В цвете это уже, это было, я скажу, точно 11 лет назад. Сколько тебе тогда было лет? 20. 20 лет. 20.